Карты Кипер. Всем привет, мои дорогие. Это расклад для вас. Короткий расклад. Привет-привет. Устраивайтесь поудобнее. Расклад на тему, что происходит у вашего мужчины сейчас, в тот момент, когда вы смотрите. Карта Якорь на дне колоды. И карта, которая называется Distant Horizons. То есть сейчас перед мужчиной открыты все дороги. У него сейчас есть или будет стабильная работа, вот-вот наклевывается. И он может стать стабильным партнером для вас. Давайте будем смотреть, что сейчас происходит у вашего мужчины. Верный ли он вам? Он вышел сам. Ну, чудеса чудесные. Как обычно, у меня на раскладах карты живые просто, как вы обычно видите. Это мужчина, карта мужчины, написано wealthy man. Вот то, что я сказала, так и есть. Богатый человек, обеспеченный, благопорядочный, достойный. Wealthy – это много денег. То у него наклевывается хорошая работа. Он может стать очень обеспеченным, хорошим партнером может стать. Окей, что сейчас у него происходит и надежный ли он вам партнер? Стоит ли обращать внимание на него? Стоит ли вкладываться в него как будущего партнера? Или если вы с ним давно, стоит ли продолжать, да? Что у него сейчас происходит? Они, карты эти, говорят четко, прямо и детально, подробно. Настраивайтесь на расклад, устраивайтесь так, чтобы вам отдохнуть хорошо и тоже получить нужную информацию. Первая карта. Это карта суд. Может, вы сейчас судите этого мужчину, может, вы им недовольны. Суд говорит, что вы критикуете его, у вас к нему есть претензии. Да, у вас к нему есть много вопросов к этому мужчине. Он вас в последнее время не особо радует. У вас есть много вопросов к нему. Вы им недовольны или кто-то другой им недоволен. Вот, может, поэтому он, кстати, работу меняет, что босс им недовольный. Но кто-то им недовольный. Кто им недовольный? Этим мужчиной, да? Итак, у нас карта перемены. Да, перемены. Вы знаете, вот карта перемены. Вы хотели бы, чтобы он поменялся, он стал другим. Потому что вам не нравится, как он себя ведет. Вы его судите, вы ему намекнули или прямо сказали, если ты не поменяешься, я тебя брошу. И некоторые из вас так и сказали, да? Или намекнули ему очень так, знаете, толстый намек на тонкие обстоятельства, да? А что еще сейчас у него происходит и между вами и так далее? О, это вы вышли. Ну, здесь major woman, это взрослая женщина, да? Но если вы девочка больше 20, так вы уже взрослая девочка, да? Это ваш портрет. Вы красавица такая, строгая. Вы строгая здесь. Вот он проходит такой, знаете, расслабленный, бесшабашный, wealthy man. У него есть деньги, но может он так живет. Может денег у него и не очень много, но ведет себя как будто много, да. А вы такая строгая, видите, все застегнуто на последнюю пуговицу. У него жилетка расстегнута, все такое. И между вами карта перемены. Между вами будет что-то меняться. Или отношения будут переходить на новый уровень, или же вы съедетесь вместе, может. А может и разъедетесь. Но карта перемены, она вышла. Может, кто-то из вас уехал по обстоятельствам, а кто-то остался. В общем, что-то вас разлучило, может быть, да? Надейтесь на встречу. Ну, что эта карта скажет, что она передаст нам? О, это карта гроб, карта сложная. Она говорит, что, может, мужчина молчит у некоторых из вас. Или какие-то качели между вами. Мужчина не умеет разговаривать, он замкнулся, он молчит, он ушел в себя. Он то появляется, то исчезает, он не дает о себе знать, он ведет себя странно. Или, может, он болен. Здесь может так, что мужчина болен. Но карта гроб, скорее всего, показывает его скрытый характер или то, что у него есть много страхов, он что-то боится, не может на что-то решиться. Смотрим еще, что карты скажут. Итак, вот в чем дело, да? Легко напомнить. Это карта, которая была на дне колоды. Вот какая песня выходит, да? А мужчина-то хотел бы к вам вернуться. Это, скорее всего, ваш вариант. Он хотел бы к вам вернуться. Он хотел бы с вами спокойных отношений, долгих спокойных отношений.
Он хотел бы долгих, спокойных отношений. Да, серьезный расклад. Я сейчас выкладываю его в линию, чтобы вы смогли его потом весь увидеть. Расклад в линию называется, кстати. А почему я расклад заканчиваю, я вам скажу. Потому что расклад, который... Та карта, которая была на дне колоды, если она выходит опять, это говорит о том, что расклад замкнулся. И он сказал всю чистую правду. Я сейчас еще протрактую, я вам проанализирую все еще более детально, чтобы вы увидели всю картину, да, потому что теперь все карты видно целиком. Вот расклад из шести карт, значит, так нужно было. Кстати, число 6 – это число Венеры, это очень хорошее число. И оно говорит о том, что между вами может быть мир, может быть благополучие, может быть все хорошо. Так что высшие силы сейчас работают над мужчиной, помогают ему прийти в себя, потому что у него там какие-то перемены, что-то у него в жизни меняется, либо он болел, теперь выздоравливает, либо он работу меняет, или вы разъехались по каким-то обстоятельствам, которые выше вас, да? И вы теперь боитесь, кстати, чего-то, потому что жизнь очень сложная сейчас у всех, дико сложно, а у некоторых вообще жизни что-то угрожает. Поэтому вы очень переживаете, вы находитесь просто на грани. И мужчина, может, себя показывал в этих обстоятельствах не с лучшей стороны. Да? Он не показывал себя как мужчина. То есть он струсил, не защитил, не показал свое крепкое плечо. А теперь вот он жалеет, что так вышло. Он очень хочет быть для вас опорой и надеждой, потому что карта Long Distant Horizons, она говорит, что вам долго еще идти вместе до горизонта, то есть долго идти вместе вам, да. Но и с ними или без него решать вам, но он хотел бы с вами, потому что карта горизонта, там якорь на ней, он хотел бы с вами. Но он хотел бы, чтобы перемены произошли с вами, вот между им и вами. Чтобы все, что было плохое, там сказано грубое друг другу или обидное, чтобы это все осталось позади. Вот мужчина надеется, что это все можно будет забыть. А они вообще мужчины такие, они же все забывают, да? Они долго не помнят, как дети. Может быть, он просто чувствует, что вы все помните. И он вас обидел, но он, может, говорил, что вы злопамятная, да? А на самом деле он вас сильно задел. Так что это не идет дело вашей злопамятности, просто он сильно обидел, он сделал очень больно, он вас оскорбил. Но эти вещи не так быстро забыть, надо, чтобы годы прошли, да, ну вот, пусть он будет терпеливый теперь, раз он виноват. Но это у некоторых это проиграется. Девочки, мальчики, у каждого проиграется что-то свое, но расклад мой обязательно целебный. Обязательно. Вы с пользой для себя провели досуг, посмотрели в будущее, что-то исцелили, это все прекрасно. В общем, это моя студия, мои дорогие. Я из Ванкувера, Канада, меня зовут Лена, кто меня не знает. Это моя студия здесь, я всегда для вас, двери мои открыты, чтобы вам помогать, служу вам верой и правдой. Приглашаю вас каждый день ко мне в гости, поэтому делитесь видео с друзьями, это обязательно сделать нужно. Это не трудно, ничего не стоит. Поставить лайк, пожалуйста. И будем видеться. Всем добра, любви и счастья. Пока-пока, мои дорогие.